Доброго всем времени суток, с вами Тексер. New World. Так, мне тут накидали заданий. Ну хорошо. Задание-то это на развитие, так сказать, во фракции. Ну пойдем. Ага, это вот тот йети, которого я бил в прошлый раз, это мой лагерь, который почему-то стоит, еще я не знаю почему. Мистика какая-то. Ну что, нам сюда, на трешечку, да? А куда еще? А, ну еще к деду туда, но это я потом смотаю еще. Так. Монолит. Инфестед Грув. Можешь попробовать запинать, кстати. Погнали. Это что такое? Что тут нужно... Файбер взять, но у меня нет какого-то айтема с собой экипированного. О чем это они? Не знаю. Мистика. Так. Ну, бежим к трешечке. А по пути, может, что, конечно, подберу. Но не, за дровами надо идти прям капитально за дровами. Буст XP продолжается, двукратный, но не на все виды работ. То есть, на... Как это правильно назвать? Обработка дерева, короче. Не знаю, столярка или плугинская, черт его знает. На него, короче. На выделку шкур. На качество, по-моему, очень, короче, на всякую фигню. Нет, чтобы на армор крафтинг или вепон крафтинг. Нифига. Все, ну, хоть шляпу. Да ладно. Пойду попробуем монолит. Его кто-то тут вырубил, а? Вон чувак просто призвился с топором. Так, сейчас вот это соберу и будем биться. Может быть осилю. Я не уверен, что осилю, но я же могу. Так. Где моя антикоррупция? Вот моя антикоррупция. Ну, давай так, ладно. А давайте кого-нибудь жахнем. А, тут уже зачищают. Опять я не переключил клавиатуру на латынский. Там еще. Ну ладно, я переживу без этого. Я, в принципе, кнопочки-то помню, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Группа 5, пошли нафиг. Я не группа 5. Я группа 1. Вот тут железо зато есть. Там, может, какой-то орел там 60 уровня сейчас зачищает его. Но это не про меня. Пойдет. Ну, руды добыл уже хорошо. Не, серьезно пинают? Или нет? Не-не-не, не пинают. Не пи... Я пошел, что вы вообще сразу-то? Ишь, напали. Ой, блин, лесом идите. Пули свистели над его головой. Кошка, ты хоть не приставай. Так, я могу вот тут попробовать. Он, в принципе, хлипенький. Ну, как хлипенький. Меня в таком уже убивали. Хлипенький. Так, кошка, отстань. Шкуры, в принципе, нужны, но ладно, не сейчас. Это что такое? Нет, блюбери мне не надо. А давайте я флинт соберу. Почему флинт соберу? Потому что из него лагерь делается. Так, что тут? А тут олень будет. Так, паля рэббит. Так, ну эти ребята злобные, конечно.
Ну там позлобнее сидит. Так. 5. А чё, собственно, надо было 4 жанра. Ладно, сейчас восстановимся. Так, а пока восстанавливаемся, во-первых, давайте лапку заюзаем. Во-вторых, кстати, вот профессионс. Древние коруптат. Коруптат давайте, да? Фокус. Такую. Все, всякого попил. У меня резистанс к коррупции чуть слабоват как-то, да? 59, странно. Чё меня так отбросило-то? Нормально, да? И кошка оттуда вышла. Ох ты! А ему помощь пришла. Нечестно, нечестно. Иди нафиг. Так, отходим, 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 отходим. Так, ты не трогай ты меня, хоть пробиваешь-то. Ну а нет, коррупционеры набежали. Не, слабоват ли еще для этого. Ну, давайте в кампе. Как ни странно, он уцелел. Нет, в одно рыло их нет. 25 уровень. В группе только, в группе. Один на один я, может быть, еще бы его выпил, но ко мне постоянно подползают эти его коррупционеры ползучие, которые респятся непрерывно. А я блокировать щитом, я одновременно от них отмахиваться, они все в разнобой атакуют. Как-то не очень. Ладно, тогда дальше по квестам. Я потом к вам загляну, когда подрасту уровнем. Вот у них с уровнем как-то немножко беда. Хоть мне картинки показывают, уж загрузись. Что там прям задумчивость выпала. Скорее сейчас вылезет. Я, конечно, заботился. Я заранее запустил проверку файлов. Естественно, нашлись кривые файлы. Естественно, потом загрузочный файл написал, что они повреждены. В общем, развлекался как мог. Давайте пока паузу поставлю. Так. Помучился, но получилось. В общем, вся проблема вот в этом лагере моем. Не знаю почему, но он забагован. То есть он есть, но его нет. Соответственно, при попытке там отрезаться, игра просто виснет. Фестринхай. Это где? Это куда я зашел? Вроде ничего нет вокруг. Непонятно, ну ладно. Рысь, иди нафиг. А, вот он опять не красный, этот лагерь. Ну, я не знаю, как так вот странно. Он то есть, то есть. То да, то нет. То красный, то не красный. Ну, за мной, по-моему, хреновина бежит. Ну, да ладно. За мной, наверное, за мной еще рысь бежит. Ну что, что тебе, кошка позорная? На тебе щитом по морде. Так, погнали дальше. Что-то надо будет, если этот лагерь и в следующий мой заход в игру останется, надо будет с ним что-то делать, как-то его искоренять. Потому что мне такие баги не нужны. Нет. Вот он вроде есть. Ну, он пропадет, когда я построю другой лагерь. Кстати, на лагеря есть квесты на эти, чтобы их улучшать, более продвинутые делать. Надо будет озаботиться. У меня лагерь первого тира.
А есть очень даже красивые. Я даже не уверен, что оно какую-то практическую пользу прям большую несет. Ну что, отрезаться, отрезаться. Ну, может быть, продвинутые дорожи стоят. А что еще лагерь? Лагерь все. Он только что дорож стоит. Цветочка. Но квесты надо будет заюзать. Арборианский кристаллиновый дробовик солдата продают. Офигеть. И чё, а мышка к тому? А ладно. Я хотел в чат навить. 600. 31 раз дамага и 13 природного дамага. В два раза ядрение. И в два раза дамажное. Вот так вот. А я тут мучаюсь. Где только берут. Так скоро дамы, они же доплатины и орехалка. Это будет прекрасно. Крафтить, правда, пока не могу. Блин, надо сеть крафтить. Ну да ладно. И дойдет до этого. Так, вот тут меня грохнули. Но измором их не взять, потому что даже если лагерь поставлю, они будут устанавливаться до полного каждый раз. После моего убивства. Так, ну елки, где троечка-то? А, вот при 4-5, елки. А, нет, тут троечка есть. Меняются номера. Да идите вы в пени, урчат они у меня за спиной. Кто у меня за спиной урчит? Иди сюда. Не идешь? Значит, стой там. А неплохой у меня заход-то получается. Сейчас ресурсов добуду. Вон там чуть-чуть светится красивое. А, я понял. Я вот там буду собирать. Внизу. Я там уже собирал, собственно. Ой, стоять. Что за руда? Звездный металл. Ну да. Не про меня. Так, ну у меня, в общем... Да опять четверка. Нет, это тройка. Где тройка? Тройка. Я в нем пришел, да? Мне, видимо, сюда. Ох ты ж, елки. Я же ушибусь. Тут он, тут чей-то огородик. Ладно, сейчас сразу разберемся. Крепление доспехов, это быстро. Обыскивать сундуки, ну да, сундуки. Мне кажется, у пиратов. А карта, собственно, для этого есть. Ну да, сюда. Туточки. Ладно, за фикус драться не буду. А мне сундуки нужны. Чувак, сундуки есть. А еще у вас глава рисит, скорее всего. Серебряно-стрельный пистолетчик. А арсенал у вас как выглядит? Вот, что-то выпало. О! Щит какой-то интересный. Ладно, прямо сейчас смотреть не буду. Звездюлей можно огрести, если прямо сейчас смотреть. О, я вижу ящик. Привет, чувак. Берсерки. А, свивель шел. Мне кажется, сильвер шел. Фига себе. Supply кэш. Да, армор фастенер есть. Я в правильное место пришел. Теперь мне нужно сундуков много. Кто мне даст много сундуков? А, это я зря сюда пришел, тут сундуков нет, ну ладно. Да я знаю, что от меня не отстанешь. Ты на меня раз смотришь, то все. Мы с тобой друзья навеки. Их тебя судорог-то скрутило. Хорош шнурки завязывать, я пришел. Ладно. Мне кажется, у меня удар щитом уже перезарядиться должен был.
сундуки. О, сундук. Маринер. Слушайте, тут видов прям неимоверное количество. Так, а, так оно и будет. Из каждого сундука, скорее всего, падает. Еще ящики. Маг. А, нет, шаман. Вот когда он так искрит, то на самом деле надо щитом в морду бить, чтобы не колдовал. Маринер, что ты в пушку возишься? Маринер, слушай, не морпех? Средневековый. Берсеркер, ну блин. На тебе еще. Дымом раскидывается. Ага. 2 из 5. 3 из 5. Хорошо идет. Че у вас тут? Пистолетчик. И по краям пистолетчик сидят. Ничего, ничего. Так, еще сундук, 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 сундук. В доме, наверное, да? Тут ничего. Стопудов в доме. Шаман. Я припоздал его по молнии фигачить. А, где ты? Ты где? Все, умер, что ли? Закопавшись глубоко в стенку, рублюсь. Так. Какую-то улучшалку добыл. Ну, у них тут прям кобло. Сюзанна там. Интересно, я бы Сюзанне-то заглянул. Что-то огород растет. Огород тоже хорошо. Пойдет. Заодно-то. Чачо у вас тут? А тут какие-то пещеры интересные. Сейчас его завалю, посмотрю, я был в пещерах, нет? А, не надо. 32 уровень, хорошо. Регенерация. Так. Не, ну оно у меня открыто. Но к Сюзанне все равно схожу. Что тут видите? Сундук, что ли? Это то, что мне надо. А, прокачаться можно, погоди. Сейчас я к тебе приду. Очень хочется вот до этого докачаться. С другой стороны, про Бландербас не надо забывать. И очень плохо, что мы не в пути с мушкетами. Я думаю, я качаю все вместе, а это разные вещи. Так, все выполнено. А черт, нету. Не выполнено. Вот тут тоже охраняют. И первый. Погоди, погоди, сейчас трое с обратно добью. Да что ж у меня вдвоем-то месите? Вдвоем до одного нечестно, я же на вас один напал. Это провизионка. Это не то, что мне надо, ну ладно. Я вот хочу на пещеру сейчас еще взглянуть. Что-то происходит. Что-то есть. Но босс у них, похоже, в корабле сидит. Люди тут те же самые. Маринеры эти. Че бежишь? Я сам к тебе приду, что ты? Не парься. А, я меня оглушил. Крепко старый дух. Чего? Кокнем его? Что он сказал? Мэй говорит, кокнем его. О, крюк в руке. Берсерк-то. Я просто раз не рассмотрел. Ты ж ты. Ладно. Размахался. Я слышал пыщ. Это у меня? Или это звуковое оформление местное? Там лут остался. Ух ты ж. Лайфстап. Блин, все, иду, ты меня задрал. Будем биться до победного. Тут смотрите, какой орел. Он щит вставляет. Молодец вообще. Селитра. Че, он ко мне подойти не мог, непонятно.
Фланг, сплиттер какой-то. Дрянь у вас тут нету. А крепок, крепок. Чуть за ним опять не сиганул. Там что-то странное было, потом разберусь. Тут только провизия вот в пещере. Ну ладно, я в принципе не против. Ладно, мини-босса выпилил. Так, я мимо тебя не пройду, я понимаю, да. И там в меня стреляет. Вали. Да, блин, настырный какой. Короче, надо в дома идти. Здесь и запчастей нету. Слышишь, он никак не успокаивается, зараза. Вот я сюда пришел, и тут квестовая точка. Вот так. А у тебя что, ничего нету? Чего где-то зашел? То есть сундуки конечны. Проклятый рапира. Да откуда? А, понял. Я иду уже, я все, я сейчас приду. Нормально, он далеко стреляет так. Да блин, опять. Вот FG рядом расположены. Я пытаюсь ударить щитом, открываю клановую страничку. Так. Ну, у тебя опять сундук есть, а все прекрасно. И опять для меня есть лут. Все, выполнено. Ну что, пойду к Сузанне. Че, серьезно? Вот стоило с берега бежать сюда. Очень много лута интересного выпадает. Видимо, от того, что я съел кроличью лапку. Ну, что там с ней делаю? Как ее употребляю, не знаю. У меня кроличья лапка была заюзана. О, ты какой. Поэтому мне всякое интересное выпадает. В увеличенном количестве. Очень много всякого собираю, что я даже не знаю, куда применю. Но мне кажется, пусть будет. Опа. А вот это я могу собрать. Серебришко. Тут странно, тут серебришко нужно для выплавки золота, как ни странно. Я очень рад, что у меня вторая сумка появилась. Просто вот красота. Так. Ну что, мне Эль-Кокодрилу придется бить? Или я так залезу? Ай! Все. Нам не разойтись, я понял. First made Mishar. А, крокодил зол. Крокодил реально зол. Эй, Пэт, можно этого хозяина запилю? Он мне мешает. Да блин, да я его убью-то. О, стой, 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 стой. Стой! О, теперь можно жить. Блин, он не глушится. Зараза ты, мешок ходячий. Сейчас, погоди. Все будет.
Так. Тебе надо обскинить. Ах, вот Сузанна-то, елки. Я думал, на корабле кто-то сидит. А нет, вот Сузанна как выглядит. Вот как выглядит настоящая Сузанна. А что на корабле? А ничего, на корабле мачты биты. А, тут вода. Вон какая фигня дымится. Письмишко. Какой-то приказ. Ладно, я думал, что хорошее. Ну там что-то еще дымится. Надо еще письмо. Угу. Так. Стал быть, прыгаю домой. Ну, нормально, побегал. Тут хорошее место. Так, прыгаю домой. В трактир, в смысле. На площадку-то я не могу прыгнуть. Вот так вот сразу. Еще пойду бизоном люлей выдам. Потом сдам, и может быть будет следующий ранг уже в гильдии. Так. Площадка, площадка. Где площадка? Там площадка. Она ж там. Я откуда выбежал вообще? А, все понял. Ох, как глазками светит. Так. Мир, кстати, обещают увеличивать, увеличивать и увеличивать. Прекрасно. Так, ну он, в принципе, посередине. Ладно. Да, вот так на медведей ходят. Причем у него шмотки уже потрепанные. 300 метров, нормально. Это тот мужик, с которым я тут тошно выполнял квесты на посох, открывающий портал. Травы, травы, травы. А за деревом, по-моему, бизон ходит. Да, он. Интересно, засчитают? Хайланд бизон. По-моему, это он. Вот то, что я сейчас собираю синенько, это просто лечилки. Поэтому я не могу мимо пройти. Так, ты Хайленд Бизон? Если да, ты мне подходишь. Да, ты мне подходишь. И главное, про него пишут, что это он. Эй, стой, куда ты убежал, Ирод? Не попал. Что за... Вечно буду бегать. Ты куда в коррупцию-то пошел? Посмотрите на этого козла. Ты не бизон, ты козел горный. Смотрите, за мной ползут. За нами уже выехали. Это учебная локация. Тут учишься с коррупцией воевать. Блин, не успею ободрать, он меня ударит. Ну и тебя выпилю, чё ты вышел из своей зоны коррупции. Не надо выходить из зоны комфорта. Так. Один бизоняй, одна шкура. А и правильно, кстати, на бизонов охотится именно так. На бизонов не охотятся при помощи, блин, меча, правильно? Их стреляют. Все логично. Надо было дроба скачнуть. Хорошая штука-то. Он вблизи работает, но... Как работает? Дайте канапу соберу на этой радостной ноте. Кто-то идет? Блин, мне шуршание когда собираешь? Мне все не кажется, что ко мне подкрадываются. Шаркая ногами подходит. Тряпочки тоже нужны.
Они регулярно в доспехах используются. Блин, я даже отсюда вижу, что вот там вот хербы висят лекарственные. Что значит, блин, крафтер в первую очередь. Так, ну чё, еще одну бизоняку. Патронов у меня много, патронов у меня косарь. Я могу свирепствовать с дробовиком вообще как, не знаю, как пулеметчик. Это тут собрал уже. Ну как-то так. Я и того выпилю, потому что мне нравится шкура. Их тут до хрена. С них прям реально много шкур получаешь. Премиум хай. О, а я с мечом бегал. Как лох. Что за шкурами надо приходить? 140 шкур с каждого быка. Ну, понятно, что некие, это некие условные единицы шкуры. Ну, типа там 140 квадратных сантиметров шкуры. 140 шкур. 205 шкур с быка. А, нет, это всего 205. 29, но все равно хорошо. Бизоняра, стой, я к тебе. Мы будем дружить и развивать кожевенное производство. Ты куда ты идешь? Он пытался что-то наколдовать, а я видел. Злой колдун. Ну что, вот эту коноплю скашу и домой. Ты скрылся в туши, и что-то там оттуда изредка там спина показывается. Да, 238 это итого. Но итого это очень хороший итого. Я продвинутых шкур из этого сделаю. Ну, уже не шкура, а, наверное, кож. Продвинутых кож из этого сделаю кучу. А, кстати, ну и плюс сейчас бонус на прокачку всего этого. Это будет очень даже неплохо. Так, все, можно на меч менять. Не все достойны дробовика. Побежали, все. Телепорт. Какой-то другой кролик. Рыжий. Рыжий кроль коварный. Кнопля? Кнопля. Все. Я сейчас трактир не могу сигануть, потому что трактир сейчас на полчаса блочится. Ну, у него кулдаун полчаса. Или 20 минут, ну, короче, что-то около получаса. Поэтому через телепорт. Да, блин. Сгинь. Ты не мой дом. Или это мой дом? Это мой дом. Так. Меч надо чинить или ковать новый. Почему или ковать новый? Потому что я прокачиваюсь этим. Ну и плюс надежда, что я что-то хорошее сделаю. Отлично. Да, туда. Че подпрыгиваешь? Да, это я пришел. Ты побоксируй меня, побоксируй. Токен с максимумом. Мне надо токены тратить, да? 2705 из 300. Не добрал, да? Чуть-чуть не добрал. Надо будет еще взять. Так, что-то надо. Стальные лезвия с кого-то. И опять рысей попинать. О, в пакет сходить опять. Кстати, оно и богатое. Беру.
Отлично. Токенов у меня кап. Токены надо потратить на что-нибудь. Вот давайте что-нибудь куплю. А, Minor Rune of Holding. Не хочу. Мародерскую. Вот это куплю. Че еще? RNG. Блин, это не могу. А что у меня сейчас одето? 280. Сюда гем можно вставить. О, вот это мне больше нравится. Блин, все равно мародерские токены, все равно их до хрена. Парик. Так. Щита большого нету. Маленький не хочу. Солдатский лонгсворд. Черт знает, давайте возьмем. 4800, ну вот прорядил. Более-менее, да? Можно было в мушкет еще взять. Но пока не буду. Так. А то у меня капа достигнута, 7500, у меня больше не умещается. Ну, блин, впустую тратится. Так, теперь давайте посмотрим. 208, 239, 95 слэш дамаг, там 105. Но я могу гем туда поставить, и тогда будет лучше. Перчатовки. Та же история. Они более сбалансированные, но, черт, это у меня третьего уровня. Мушкет варвара. Так, вот это однозначно разбирать. Однозначно разбирать. Я богомирским магическим штуковин не притрагиваюсь. 330, но это рапира. Это другой навык. Поэтому тоже в пень. А вот это была, кстати, неплохая штука. О, щит. И он круче. Ну что ж, экипирую. Он чуть другой по виду. Так. Гем. Гем. А как мне в него гем-то вставить? Давайте, наверное, одеть надо, да? Хрен лысого. Ладно, мешки. Ну, это понятно. Это с этим понятно. Так. Как мне в тебя вставить гем? Кстати, о гемах. Не надо. Я вот это могу в него вставить, да? Да. Я вот эти силы могу, видите, в них вставить. Наверное. Сейчас посмотрим. Чёрта с два. Непонятненько. Непонятненько. Как туда воткнуть гем? Не знаю, надо изучить вопрос. Так, уголь. Да, блин. Немножко деревяхи оставлю. Немного.
А, я зря вышел. Мне еще серебрух надо покрафтить. Что еще могу? Ничего не могу. Понял. Так, тут тимберов понаделаем. Че, всего три? Ладно, фигня. Так, с камнями мимо. Может быть здесь? Нифт. Причем, видите, гем-то у меня есть. Ну, может, гем он не ем? Это все очень странно. То есть что-то толковое было только тут. И знаете, оно пропало. Оно было, но оно пропало. Вот такая фигня. Так, что мне надо качать? Weapon или Armor? Точно механика. Так, а ближайший армор тоже на 6. 59, слушай, у меня есть шанс. Я ресурсов не успел. А давайте я добавлю все-таки. Что дает? Ох ты, на скининг. Слушайте, я ради такого, а я не могу бресплейт, да? А давайте попытаюсь перчатку крутую сделать. Я азот от души налью. Странно, я не могу больше в этот айтем азота влить, а хочу. Пар точки. Ну-ка. Продолжить крафтить. 60. Все, есть. Реплики экспедиционные. Как гуляет этот блуд? Сушеная кровь сильных врагов. Где бы ее взять-то только? К остальному вопросов нет. Арморинг 60. Да. Так. Ну, стали нет. Железо валом. Короче, надо железо наплавить, и все будет. Так. Я сковал порточки. Экипирован, конечно, лучше. На 7 меньше. 3% найти рарные айтемы. Давайте я попробую. Конечно, тебя гем-то вкорячит, а? А покрасить я могу? А у меня нет красок. Странно, потому что они... А, я не варил краску пока. Ну ладно. Да как? Так, погодите, а может мне гем надо в инвентаре иметь? Вариант. Так, линон. Давай. Так, я тут тоже что-то достиг. Я прям уверен. Сатин. Все еще могу. Ничего не могу. Там шелк дальше, он на сотке. Так, жрать сейчас не буду готовить. Вот этот гем... Или это не... Пробуем. Так.
Да, добавить гем. Вот оно как делает. Ну, пойдем смотреть гемы. У меня гемов-то до хренища. Сейчас посмотрим, что вот перчатку вкорячим. Ну, это серенькое, неинтересно. Так, ну давайте. Ты ресурс. Да и ты ресурс. Это что, не обработанное, что ли? Опал. Да, это не обработанное. А в оружие, когда вставляешь, оно молнией бьет. Тут особо какая. Либо защита от молний. Мило. А 8% дамага против целей, у которых меньше 30% здоровья, типа, добивает, да? Или трас дамаг абсорбирует. Шесть процентов дамага 2 секунды после того, как тебя долбанули, ага. Ну, когда мало здоровья, лучше бьет. Так, я вот это в меч вставил. Или у меня получился электромеч. 76 и 19 это 95. Ну, от того дамаг больше. Ну, ладно, идею я понял. А, за сальважем. Хотя, погодите. Да не, мне ни то, ни другое не нравится, ни третье. А, сальваж. Да, давай. Оп. Так. Соответственно, позряю в перчатку, если я что-то воткну. А вообще у того 306, а потому что она перекошена в физический этот физический дамаг. 2% strike absorption. Слэш дамаг absorption на 2%. Короче, все на 2%. Ну-ка, давай. Более выровнено. Получается. И то, и другое heavy glove. Но это второго тира. Блин, вот... Я поднял ему элементарный дамаг. Но он получается на 30-ку меньше физического. Снимает. Ну давайте, ладно, возьмем. А это засоливаю. Все равно скоро переодеваться в новое. Вот. А... Шифтом, да. Ну разобрался, как камни вставлять. Уже полезно. А гора шкур, а шкуры я не выделывал. Не выделывайся тут со шкурами. Я какую-то, сказать, самобранку нашел, но у меня дома нет. Я бомж. Нафиг Energizing Trailer. Light Meal. Ну и тут другой неплохо на самом деле. Крафт моды. Почему? А, ну, видимо, оно во что-то особенное втыкается. Не во что попало. Так. Ч
Че у нас тут в изобретательстве-то? Iron Мушкет, ёкарный бабай. Ладно, фигня все это. Repair Kit. Это все одежки. Ой, одежки. Мебель. Инжиниринг 39. Ну, у меня надо что-то крафтить, чтобы инжиниринг был 50. У меня крафтить я мог только Repair Kit'ы. Блин, а я могу без модов Repair Kit'ы делать, а? Мне вот моды-то... Да жопа с вами. Мне наверняка это пригодится. Плюс 2 инжиниринга, серьезно? А патроны... А, вот у меня, кстати, вот вечная. Можно, да. Ну ладно, я сейчас это не буду крафтить. Я понял, чем мне инжиниринг поднимать, но пока не могу. Не до того. У меня Core Slider является необходимым для крафта там, прицепленного рецепта. Я вот не знаю насчет крови сильных врагов. С кого бы мне ее поиметь? Так. Виспы не трогаю. Воды нету, издеваетесь. Пойду начерпаю. Вот с этим, мне кажется, беда с водой. По десятке я черпаю. Ну, давай соточку начерпаю. То есть, вроде, когда, где угодно можно брать, но в лавке ее нет. А, вот у меня косарь патронов, наверное, потому что я патроны крафтил, инженер прокачал. Хорош, наверное. Но зелененький щит неплох, неплохо. Забавно смотрится. Такой же, как мой, только зелененький. Так. Давайте common. Прямо вот от души. Так. Так, я коррупционеров немножко тут потратился. И бистов, по-моему, потратился. Очень импонирует идея, что я могу воевать. Так, это что дает? От слепоты помогает. Не надо. Топаз гипсу? На монстров найти. И? Пофиг. Не про меня сейчас. Так. Ну чего, тогда давайте разделим. Да, видите, она регенерация и вот это вот. 17. Да, пополам примерно. Common Health и регенератор. Регенерация штука полезная на самом деле. Но как видите, все упирается в алкохест и в хиссапы. Хотя, кстати... А, тут у меня разные реагенты есть. О, сейчас покрафтим. Ну да, разную фигню можно. То есть туда и грибобасы идут, и вся фигня. Все, кончилось. Алкохест кончился. А вот это умеешь дофига. Ну, есть, по крайней мере. Ну что ж, отлично. Как-то вот и покрафтили, и потрофеились, и камни я научился собирать. Втыкать, вернее, в щиты. Так, repair all. Починил. Отлично. На этом все.
Жмите, пишите. До новых встреч.